Россия пала ниц и еле дышит, и уже не чает избавления час. Из-за тяжких лютых нас никто не слышит. Мученики царские, вымолите нас. Встану на колени ночью у Киота, осознав, что души отдали за Русь. Коли нет иконы, я на ваше фото, возжигая свечи, слезно помолюсь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Господу подобны вы своей любовью, потому не рвется золотая нить. Все грехи России, смывши царской кровью, не перестаете Господа молить. Наперед все знали, прозорливо видели, да простит мне Боже неумелый стих. Всей Руси обители, ангелы, хранители, ближе многих близких и родней родных. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Проплывают в небе, в царском оперенье, средь несметных черных и галдящих стай. И, благословляя русское спасенье, всех крылами крестит православный царь. Положили жизни для России новой, страшно распрощавшись с жизнью во Христе, Екатеринбургской, русской Голгофой. Семеро вас было на одном кресте. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Смотрим и не видим, слушая не слышим, иссякает время на земных часах. Все мы, прославляя имена те, впишем на сердцах крещенных, а Бог на небесах. Если архиереи, разузнав подробно, не поверят снова вашим чудесам, по обетованию старец преподобный Серафим
Саровский вас прославит сам. Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна, Анастасия. Коль за эту песню враг меня замучит, чтобы неповадно русским было впредь, каждый православный имена заучит, будет им молиться и со мною петь. Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна, Анастасия. 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 Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна.